Мне нравится город после дождя. Такой воздух свежий. Воздух роскошный. Время 4 часа. Ну, без 10. Дети закончили учебу. Такой движняк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обратите внимание, многие девочки с покрытой головой. В дневное время эта дорога выглядит еще лучше. Класс, да? Разметка такая свежая. Здесь, на этой улочке, да вообще в моем районе очень много учебных заведений, поэтому студентов, учащихся очень много. Это все моя улица. Ничего себе, ребята, да? Совсем юные и уже на мотобайке ездят. Это дорога вниз к Ататюрку, к бульвару. Так свежо, так хорошо. Воздух не пыльный. Понимаете, о чем я говорю? Теплый и не пыльный. Что-то сейчас на себя посмотрела, оделась, блядь, как капуста. Я же не знала, что вот это вот видно. Вот это вот я зачем надела под низ? Что я за ёптвою мать, а? Как бы сейчас так поддернуть? Вниз опустить. Блядь, Инна. Я кофту надела уже перед выходом. Там зеркала нет. Ну, грубо говоря, в зеркало не посмотрелась. Поставила вас на забор. Сейчас надо мне подернуть. Нет, блядь, не подергивается. Ёптвою мать, а? Зеркало не посмотрелось. Это надо же, а? Вот куда вас поставила. О, ну ладно уж, как есть. Вот в такие моменты и понимаешь всю классность проживания на Сугазюге. Нет светофоров и нет вот таких вот заторов машин. Просто круто. Никогда не стоят машины в ряд. Никогда у нас. У нас все четенько. Здесь трансфер школьный выезжает. Здесь эту штуку уронили. Ой. Там светофор при выезд на бульвар Ататюрка. Я нашла выход, чтобы не выглядеть как пизда. Все, немножко затянула воротник, так лучше. Да? Ну реально так лучше. И желтая футболка торчит, блядь, из-под розовой кофты. Нормально, нет? Что-то впервые у меня такое. Из-под пятницы, суббота. Спустилась вниз. Слушайте, тут какое-то светопредставление. Вот там какая-то акция. Они стоят с какими-то растяжками. Что они? Аланья. Какой-то митинг. Какая-то, может быть, партия политическая. А кто понимает, может быть, знает турецкий, либо умеет читать. Скажите, о чем забастовка-то? Ну-ка. Тут же видеосъемка у них. Видимо, этот отчет. Что они? За чьи права борются? Как интересно. Оказывается, политическая жизнь... тоже. Да куда ты летишь? Красный свет. О чем это? О чем митинг? О чем? Срочно скажите. Эти маленькие соплячки, посмотрите, им сколько? 14 лет? Они без касок друг с другом. Не знаю, правила дорожного движения, вообще такое ощущение, что не для них. Да, блядь, не упадите вы. О! Эгитим, Белимы. О, какие молодцы. О! Я не могу.
saray iktidarının hazırlamış olduğu bütçenin komisyon görüşmeleri tamamlanmış. Yine meclis genel kurulundaki görüşmeleri devam ediyor. Мне некогда смотреть на них. У меня дел не в проворот, нужно идти дальше. Фух. Пошла куда? Гулять. И встретиться с подругой. Ну, на будущее, чтобы вы знали. Я всех называю подружками, с кем не сплю. Даже парней. Вот так вот. Берите на вооружение, девчонки. Это всегда алиби для вашего мужика. Ты где? На встрече с подружкой. Слушай. Вон там какая женщина сидит, колоритная, кушает. Класс. Своя атмосфера в городе. Курортный город. Это и хорошо, и плохо. Опять пробка на светофоре. Кто-то в шортах, кто-то в дубленках. Маленькие с зонтиками идут. Слушайте, город меняется каждый день. Вот уже на месте старого здания, которое было снесено, я в своем видео показывала, уже строится новое. Там котлован вырыт. Я смотрю, щелочки. Вот он. О, работает техника. Огромный такой котлован. Здание будет в центре города. Тоже встали, смотрят. Как он, да, спускается прямо в самый глубь. Можно же перевернуться, это же очень опасно. Посмотрите, вот эта техника, да, какая подвижная. Вот эта техника. Слушайте, там так глубоко, прям котлован. О, ой, мамочки, я побежала. Сейчас хватит меня еще такими загребущими руками. Поднимается. А там ползает, перчатками что-то разгребает, желтыми. О! Камни. Опять покатился. Ну, короче, это можно и без конца, и без края смотреть. Я представляю, какой шум для соседних домов. Вот это да, вот эта вот стройка. А потом будут закладывать фундамент. Это будут сваи, знаете, вбивать. Это будет так шумно. Это будет вообще пиздец просто. Проходишь иногда строительные площадки, вот именно когда вдалбливают. А еще я понимаю, что вот рядом с нами дом, его же старый будут сносить рано или поздно, и на этом месте будут строить новые строения. И как все это будет? Ой. А ну посчитаем денежки. 1, 2, 3, 4, 500, 600, 700, 800, 900. А, 1000 лир мне подарил. Зашла к Мерту на работу. 1000 лир дал. Спросил, деньги есть? Я сказала, нету. Но у меня есть маленько. 1000 лир дал. Это очень мило и так по-мужски. 1000 лир это где-то 3500 рублей. 3400. Это ни много и ни мало. Ну так на прожитье хватит. Слушайте, всегда хотела зайти в Евроше. О-о-о-о-о. Шампуни, бальзамы. 20% скидка. Крем какой-то. Я думаю, что это для рук. Ой, как тепло. Мираба. Ой. А, я вот в штанишках, сумочкой и в кроссовках. Вот мой лук.
Знаете, я вам что хочу сказать, ничего не поможет, если ты уродка. Никакие ни тоники, ни тестер. Крем 500, 99, 600 лир. Я кремом пользуюсь за 184 лиры, купленным в Мигросе. Лореалевский, что ли. Ну, что этот тоник для умывания, что он даст? Какая-то умывалка, да? Что-то такое, что-то написано. Гиос. Для снятия макияжа с глаз, наверное. Гиос глаза. Да, для снятия макияжа с глаз, я думаю. Ничего не поможет, девочки. Ничего не поможет. Ой, в пизду, блядь, этот Еврошес с его ценами. Просто в пизду. Я надеюсь, вы понимаете, да, что это все понты. Просто понты и бренд. Так люди признаются, что... Ну вот брендовая одежда, которая вот продается у нас. Ну, например, Louis Vuitton. По факту она стоит 4% от стоимости, которая заявлена на ценнике. 4%, 96% за бренд платится. Это точно такие же, например, брюки, это точно такая же куртка. Это смешно просто. Я пользуюсь кремом за 184 лиры, купленным в Мигросе. Прекрасная кожа, прекрасно. Я уверена, что нисколько не хуже, чем Ивраше. Нисколько не хуже. А возрастная, косметика возрастная, ну, ты что так стареешь, что так стареешь. Просто время придет, и нужно будет делать инъекции, чтобы подтянуть. Да и вообще, знаете, я хочу... Я же человек публичный. Может быть, сделать пластическую операцию? Брыле убрать, да? Такую шейку лебединую. Ведь все вот эти вот тонкие шейки, которые на экране, это же все скорректированное. Все абсолютно скорректированное. Нет ни у кого точеных подбородков. Нет ни у кого контура лица. Ой, блядь, машины нет ни у кого такого острого контура в лица. Ничего такого нет. Все пластика, все пластика. А естественная красота, вот она. Помните, здесь дом был разрушен? Все еще разрушен. Ничего не убрали. Ничего не убрали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можно, конечно, было бы и убрать. Это так-то центр города. Ну, снести дом снесли, а вот когда строить начнут. Блять. Беспечные турки. А тем временем я уже дошла к морскому порту. Что это, блядь, сигналит? Это, наверное, кнопка такси. Откуда звук, блядь, идет? Прошла девка высокая, 1,80 м, сука. Наверное, 1,80 м или 1,90 м, сука, как конь, блядь. И ноги, представляете? Ее ноги закончились, мне кажется, у меня вот тут вот по выточку. Это я 1,65 м, я дама росла. А там вообще тетенька, достаньте, воробушка. Да еще такая, блядь, здоровая, сука, как скала. Я такая мелконькая, милая. Такой милый шпендик. Девушки, когда высокая, если она поправляется, вот, смотри, маленький, толстенький человек всегда милый. Всегда милый. Мелким и жирненьким быть кайфово. А вот если ты высокая, если ты сама 2 метра и поправляешься, то ты начинаешь смотреться как гора просто. Просто как гора. Что, парковка? Мандарины валяются. Это что, жилой дом? Нет, это не жилой дом, это мечеть. Это мечеть. Да, там краники. Фух. Торговые ряды. Все пустые. Вон там аллея с тыковками, которые тыковки сняли. А мне туда. Эти сидят, играют в шахматы. Ну, я знаю просто, в что они играют. Кости. Мандаринка. Сейчас чемпионат мира же по футболу идет.
Кстати, за какую команду вы болеете? Команда Марокко такие результаты классные показывает. Просто никто не ожидал. И полуголые парни из Марокко вообще просто размотали всех. Вот это молодцы. Вот это молодцы. А здесь я вижу, все еще не закончился ремонт набережной. У меня есть немного времени. Посмотрела. 16:24. Минут, наверное, 15-20 нужно будет погулять. А, кстати, можно же пойти в чайный сад, сесть, выпить чаю. Я, блядь, не хочу никакого чаю. Но можно айрану не взять. Да? Ой. Пойду посмотрю на кораблики. Лучше глянуть на кораблики. Там близко не подойти, но сейчас обойду это место, где ремонт. Так вот. Там-то, надеюсь, есть прогулочная зона. Ой, как же море прекрасно. Как же море прекрасно. Здесь море никогда не штормит. Но я знаю, что сегодня море немножко штормит. И оно мутное. Мне сказали. А так я бы пошла купаться вообще без Б. Здесь интернет бесплатный, Wi-Fi. Можно зарядить телефон. Ну, конечно, если у вас есть зарядное устройство с собой. Видеонаблюдение. Все просматривается. На том столбе тоже видеонаблюдение. Вот она, богатая, шикарная жизнь. Знаете, ну у нас морской порт в Сочи, он круче. Здесь энергетика у города совершенно другая. Но я хочу сказать, что у нас сами по себе яхты круче. Здесь больше таких вот яхт, которые, знаете, какого плана? Более свойственные мусульманам, которые вот, ну, как, наверное, неправильно я говорю. Наверное, неправильно, да, говорю. Другие яхты. Что это за вот одеяло? Мокрая сырая тряпка какая-то. Намочена, видимо, из-за дождя. Манавгат. Как же сказать-то, а? Суденышки у нас покруче будут. Да. Суденышки покруче. Пахнет морем. Пахнет морем. Пахнет морем. Это такая какая-то сторожевая лодка. Щик-щик-щик. Маленький пальменыш вырос сквозь асфальт. Как же ей тяжело. Представляете, прям вот, ну хотя бы могли бы плитки-то маленько побольше убрать. Обложили прям под самое это. Надо же, красиво очень. Пальменыш. На экран нажмешь, появляется яркость. Но сегодня день такой. Не, вот поэтому ее и ремонтируют. Сегодня день такой не солнечный. Видите, какое небо? Пасмурное. Видите, да? Вот поэтому ее и ремонтируют. То отремонтируют часть, эту закроют. 100%. Все нам ввалилось. Здесь же еще. Это из-за дождей. Видите, провалился камень. И из-за дождей, и потому что здесь же постоянно землетрясения. В Турции внутренние всякие землетрясения. Постоянно приходится все перекладывать. Как хорошо, что они неразрушительный характер не носят для людей, для строений. Как хорошо. Посмотрите, да, там обвалилось все под землей. Бляха-муха, как страшно. Как страшно. Жесть просто. Ой, сяду, подключусь к интернету. На лавочку. Сухая?
Да, норм. Надо мне, ну, короче, понять, сколько я еще буду свободной женщиной и как мне дальше действовать. Пойти в чайный сад, либо еще больше погулять. Посмотрим. Ну, в чайный сад идти чай пить, ну, может, там айрану выпить. Ну, короче, посмотрю сейчас. Вернее, спешусь с человеком. Сколько ждать-то еще?